Марина, мы говорим здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие с вами друзья, канал. С вами. Подожди. А теперь Йоль. Покажи, что... Сирин. Да, что? Что ж ты... Все испортила. Да все испортила. Я говорю, скажи здравствуйте. 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 А давай покажем, что у тебя в руках. Вот. Что это? Подожди, вот. Сейчас я резкость навожу, подожди. Вот. О, это совы. Это совы, которых нам дали... Которых нам дали подержать. Значит, друзья, делаем вывод. Кто нам дал подержать? Кто к нам приехал с совами? Это не наши совы. Да, это не наши совы. Нам сов дали... Опять-таки, дуэль, да? Снимаем друг друга. Это, между прочим, это нормально. Ваши совы. Это беспоцарные? Как наши совы? Питере, это питерские совы, да. А это вот стоит. Питерские. Она стоит, там кто-то висит. И они все с правильными пальцами. Они все с правильными пальцами. Я думаю, что Ксению... Питер город правильных сов. Виноват. Начинаем с Ксении. Ксению тоже многие узнали. Это канал Сирин. Да. Да, центр реабилитации животных. Ну и... Я дала почесать медведя. Я поцелал медведя. А Нику... Да ладно. Это большая честь. За ушко. И он тебя не съел. И повезло тебе. А меня держали. И все. Знаешь, как мной чесали? Ну и Нику тоже знают все. Вот так вот. Вот собственно, Ника, как ты говорила, что там с зоологами? Что там с зоологами? Упоротые. Ну вот чувствую я, у нас сегодня тоже такая же вот тусовка и происходит. С нами тоже все хорошо. Я вот смотрю вот туда, я хочу туда. Сейчас. Он включился. Включается камера, я начинаю работать в камеру. Это уже вот вбито в меня. Мне трудно. Снимай его из-под стола. Разговаривать с нормальными людьми, со своими людьми. Это не камера, это телефон. Хорошо, это телефон. Значит, давайте посмотрим что-нибудь интересное. Все виды мы не посмотрим, это просто невозможно. Красивый ролик с красивыми древолазами, так как они должны выглядеть. А я успела первый. Не кусит, просто на руки к вам не пойдет. Меня кусает, меня не любит. Он не любит даже и меня, когда у него женщина беременна, он защищает. Там вот это все зачетно выглядит. Я знаю. Как это там все заточено. Шевелится. У меня есть орешка. Орешка. Снимать, а я буду снимать твой телефон. Я же специально этот телефон А ты да, а ты будешь снимать меня. Замечательно это же выходит. Мега камера. То есть это камера с телефоном, а не телефон с камерой. Я просто в восторге. Вот именно вот тут много от интерьеров. То есть мне оформление нравится. Сюда. Вот скажи мне, пока чаек стынет, пока там курочка готовится, да? Вот скажи мне любопытную такую штуку. Я пристаю к людям обычно. Я же говорю, вот как бывший телевизионщик, да, мне хочется поприставать к людям, поспрашивать их о чем-то. У нас же, ты, может быть, видела, мы такую как серию делаем иной раз. Счастливые люди. Вот люди, которые занимаются чем-то нестандартным, но при этом очень довольны жизнью, и им нравится то, как они живут. Да. Да? Вот я всегда подозревал, что ты вот как раз... Я очень счастливый человек. То есть мне иногда прям спрашивают, ты говоришь, что, пьяная, что ли? На самом деле у меня, как бы, не знаю, эмпатия, да, называется, и я отражаю настроение людей. А поскольку я общаюсь с очень позитивным... А чё ж ты улыбаешься-то тогда? Ты посмотри на нас, хмурые, злые, уставшие. Ну, это неправда. Вот, и поскольку я ищу именно таких людей, которые вот приятные, и вот, и у меня идет отдача, то есть я же не просто так со всеми вами общаюсь, да, я такой вампир. Вот, и мне это очень нравится, я счастливый человек, да, я вообще... Я стараюсь негативное все мимо пропускать. Я говорю, я вас не слышу, и все, молчите, я ухожу, если начнет что-то плохое там такое. Вот, поэтому я очень довольна вообще всем почти. А если ты говоришь, вот нету специального образования, тебя называли дуремаром, и это отвратило тебя от занятия животными? Нет, это отвратило меня именно от поступления, получения высшего образования по этой теме. Животных я меньше любить не стала, наоборот. У меня просто очень повезло, то есть в 5 классе школы я попала в новую школу после начальной, и там был изумительный учитель биологии, вот Ривкин Леонид Евгеньевич, он покойный, то есть, друзья, не знаю, может, знакомый.
знакомы, то есть это друг и Дениса Паршина, и Дроздова, вот. И у нас был потрясающий кабинет биологии, где были крокодилы, белый трионикс, который чуть ли не единственный тогда был, чуть ли не в Москве, там вот гадюки, и ворон был, который при звуке голоса директрисы начинал ругаться матом, там с лестницы, вот. Было огромное... И впрямь хороший человек, забавный, молодец. Отдали уже таким ворона, вот, и... Там просто было безумное количество животных, и постоянно приносили какие-то новинки, вот так вот, постоянно вот эти зоологи там курсировали, то есть, и я все это видела, и мне разрешали, то есть, в этом кабинете прогуливать уроки, я так стучалась, меня пускали в лаборантскую, говорю, что вы, контрольная по химии, я не пойду, вот, ну ладно, сиди здесь, я, вот, и вот, то есть, благодаря этим людям у меня появился и первый ворон, и вообще, то есть, меня вот, в итоге, к 11 классу я перешла на птицы, и я не получила образование, вот я не пошла там на зоолога, да, вот этого. То есть в соколиной охоте и работе с птицами я училась у людей, которые сами этому учились, то есть в частном порядке, потому что этому не учат. Даже если пойти куда-нибудь на орнитолога, там не научат работать с хищными птицами. Ну, даже на ветеринара нормального у нас не учат. Это только частные уроки, частная практика, искать самому. Искать и именно заниматься самому. Это вот меня спрашивают, да, куда уйти учиться, да куда хотите, вон Тимирязевку там орнитолога. Меня руками размахивать. Я в приличном вузе училась. Я не в тебя, я просто эмоционально жестикулирую. Вот, куда хотите, идите учиться, потому что все равно вот работать там с совами, приручать, выкармливать, этому не научат. Это надо искать людей, которые будут вам показывать на практике. Мне повезло, опять же, познакомиться с сокольниками московскими, которые сами восстанавливали, которые пишут книги и все. И они мне показывали на пальцах. Я сама моталась там 3 раза в неделю, там 4 из Москвы в Подногинск. И там проводила целые дни, наблюдая, как вот обнашивают ястребов, как кормят птенцов, как там все. И это было вот лет 17-18 назад. Эти люди меня не прогнали. То есть они терпеливо объясняли. Я звонила среди ночи там. Они мне подарили вот ястреба, ага. Птенца, ну, слетка такого вот. Ну, он еще летать не умел, но как бы уже бегал такой. Вот, и я, естественно, ничего не знаю, я там звонила, там все, у меня паника, еще что-то. Вот, а они меня не оттолкнули, то есть они наоборот, они с пониманием там все время приезжай, покажем, все. И до сих пор, то есть это елка же из этого питомника, то есть мои сычи домовые из этого питомника, и они... Вот, Петра, да? Вот. Да, Петр Волков. И только благодаря этим людям вот у меня получилось вот это вот все. И я стараюсь как бы вернуть этот кармический долг, грубо говоря, да. То есть я тоже рассказываю, показываю, и мне нравится это делать, потому что я думаю, как бы я отнеслась вот в моем возрасте, там в детстве, когда мне бы это рассказали, это было бы для меня, ну, я действительно, я вот так вот ходила с открытым ртом и не могла поверить, что это возможно. Так как, опять же, в детстве мне говорили, что это невозможно. Я помню, нашла перепелятника там в лесу, которого смыло с гнезда. Вот. Мне говорили, нет, выкинь его, это невозможно, он сдохнет, он вырвет тебе глаза, там, не знаю, порвет пасти, и все. И мне приходилось относить в лес, и потом я понимала уже, когда я вот уже узнала, что вот уносила, в принципе, на смерть. И я считаю, что надо детям рассказывать, показывать и давать возможность узнавать все это. Вот. Я понял, но ты такая же, да? Тут недавно Марина мне сказала такую фразу, да, я не помню по поводу кого. Зачем ты столько времени потратил на человека, у нас же времени нету, а ты несколько часов ему посвятил. Я тоже сказал, что я помню, как меня в 15 лет, вот есть у меня кармический долг, я помню, как я был ужасен, как я мешал людям жить, и те люди, которые тратили на меня время, объясняли, разжевывали, я, в общем, конечно... Но на самом деле мне очень не нравятся сейчас те люди, которые вот, хочу сову, и приходят, спрашивают, я хочу сову, расскажите мне все, как ее содержать, как чего, они даже не трудятся поискать информацию, да, вот они хотят, а я, когда начинала заниматься, вот ко мне ворон вот этот попал, то есть у меня не было интернета, были только книжки, прям единицы книжек каких-то, ну, Лоренс тоже, да, вот, и был клуб любителей певчих птиц России, который вот на Баррикадной у них там штаб-квартира, и вот там я вот среди этих дедушек, вот такая вот там 17-летняя девочка, я просто сидела и слушала, как они общаются про амадинок, канареечек и наших певчих отечественных птичек. И, ну, они мне рассказали, как делать мешанку для насекомоядных птиц. Я делаю мешанку для насекомоядных птиц, чтобы кормить ворона.
который потом оказался дальневосточной большеклювой вороной. Причем мне там же... Потрясающе. Как она попала-то? Из уголка Дурова, который продал эту ворону в качестве ворона на Мосфильм для съемок в каком-то фильме. И там ее слегка ушатали и сдали в наш же кабинет биологии, типа на реабилитацию, но на самом деле потому, что не было где держать. И мне предложили, говорят, вот давай мы тебе дадим клетку большую, вот эту ворону забирай, вот занимайся. Вот, и так ко мне она попала, а я... Дать-то дали, информации нет, птица видно, что болеет, хромает, то есть перьев не хватает, полулысенькая. И вот я помчалась искать по вот этой Москве, то есть мне совершенно случайно познакомилась с девушкой там с одной. Она сказала, что друг ее мамы, председатель вот этого клуба певчих птиц, повела на Сокол к нему знакомиться, там я познакомилась, меня приняли в клуб, и вот я туда ходила раз в две недели получать знания. И мы участвовали потом и с моим вороном в выставке птиц, то есть на Тушинской, на Соколе, на Песчаной площади проходила выставка, где у меня ворон сидел, то есть... Сидел такой на стуле под, в центре зала, все на него ходили, смотрели, прикалывались. Потом мне тихо говорит, знаешь, он у тебя какой-то рахитный. Какой-то очень маленький твой да, ворон. Да, маленький, рахитный, но пил, курил, болел. А потом ко мне подходит один из этих вот любителей птиц. Говорит, ты знаешь, он очень похож на дальневосточную большеклювую ворону. И я полезла искать фотографии, я даже не знала, что такие птицы есть. И да, действительно, вот этот шнобель горбатый такой, вот эта огромная голова, маленькая жопа, и вот ножки там такие. И все такие, да-да, это же, блин, а как же мы вот это... Ну, и да, не вот, видели, это ну, смотрели скажешь, и не замечали. Да, вот это, да. Когда вот говорят, что... Никто не хотел быть дураком. И не, никто даже не задумывался. Ну, ворон рахитный. Я говорю, о, ну, значит, он у меня не рахитный, значит, у меня нормальная ворона. В принципе, здоровая, только хромает. Вот, а потом эту ворону у меня забрали обратно на Мосфильм. Я ее выходила, то есть она блестела там, сверкала, и все, они решили, что она им нужна, и все. Я очень расстроилась, у меня была такая депрессия, ну как, уже родная птица, год у меня прожила, и тут вот как раз Денис Петрович Паршин из зоопарка говорит, есть слеток ворона, девать некуда, надо выхаживать, говорит, надо, приезжай. И так у меня благодаря ему появился слеток ворона, потом я познакомилась с с Петром Волковым буквально через пару недель после того, как у меня этот ворон появился, и понеслось, потому что я приехала к Петру, увидела вот эти вольеры, там увидела ястребов, и он спросил, а что тебе ворона, а что ты ястреба не заведешь? Я говорю, а что, так можно было? И через неделю у меня уже был ястреб. Ястреб гадит на 3 метра. На 1.5-2. Ну, это меняет все. Да, извини, я тебя... Ты должна сунуть туда палец, Ника. Надо, я люблю, когда мне задают такие вопросы. Ну, не все, конечно, но вообще... Но, и видишь, и тем не менее, несмотря на отсутствие образования, несмотря на отсутствие, на некоторую боязнь профильного образования, да, на некоторую боязнь, на какие-то такие детские страхи и детские комплексы, ты сейчас работаешь более чем по специальности биологической. Нет, я, кстати, и по специальности работаю, да, учитывая, что у меня специальность экономист и статистик, я занимаюсь статистикой в полной мере, и только я занимаюсь статистикой. Ворон, считаешь, ворон, вот, наконец, считаю, человек, да, профессионально считающий ворон и получающий за это деньги. Да, и спасаю людей вот, тоже. Фантастика. Вот так. Вот. И у людей разные мнения. Вот. И на самом деле я не занимаюсь именно прям охотой соколиной. Ну, потому что мне это не нравится. Мне нравится дрессировать птиц, то есть тренировать. Мне нравится с ними вот именно работать. Нравятся полеты. Нравится не полеты, нравится взаимодействие. То есть красиво, но тетеревятник летает немного. То есть, ну да, мне нравится именно взаимодействие с птицей. Вот я с Сильвой же работаю 6 лет уже, да, она у меня там... Уникальный характер, и у меня получается так, что именно она летает не ради вот именно охоты, она со мной взаимодействует. Там вот эти вот коровы, когда мне удавалось, как на мне подзатыльники там выдают, или она ждет специально, то есть она может около лужи сесть и ждать, пока я подойду, чтобы после, когда я подойду, она прыгает в лужу купаться. То есть она знает, что если я буду рядом стоять, ей никто не будет мешать. Там машины проезжают, все, если я рядом стою, она ничего не боится, она знает, что как бы она под моей защитой. Вот, и именно Или это просто чувство юмора? Чувство юмора? Я сижу, спокойно сижу, а тут ты подошла, я прыг в лужу, как в Яралаше. Помнишь, мальчик, зачем ты здесь стоишь? Нет. Чувство юмора – это именно когда вот подзатыльник. Да, типа, давай, пойдем. То есть она меня таким образом разворачивает домой.
холодно летать, хочется есть, пошли, она там это, прям вот она четко именно своими вот этими вот ударами, она меня разворачивает. Вот, так. Потом еще и подгоняет быстрее-быстрее. То есть ей же тоже не очень нравится там мороз летать, там, или когда снег мокрый, или что-то. Все, то есть так, например, летом она так не делает. Вот. А вот еще баночки сидят. Да. Это тоже одна из тех групп, где баба живет с двумя мужиками, это допустимо. Сейчас пойду пока. Баба живет с двумя мужиками. И это допустимо. Это допустимо. Чудесно.